Навес на дальний удар. Удар! Який мощный удар! Не трималася. Цеван. Пас на Сипенко. Який момент був у нападающего солігорського Шахтера. Але асистент рефери зафіксував становище поза гульнею. Навес. Навес на дальний угол. От концевого мяч отлетает для штрафной пляцовцы. Козека. Навес. Илья Гаврилов с мячом. Всего атака. Старгородский удар. Який удар мощный. Чецкевич. 4-4. На Козеку мяч на левый фланг. Козека за Володу мячом. Будет навес. Не, назад на Левицка. Левицкий. Будет удар. Удар Левицкого и мяч над поперечной. На Януша. Януш отыгрывает с Старгородским. Прострел. Осипенко. Знаходит Януша. Януш на левом фланге. Смещается в центр. Открывая простор для Гурулі. Гурулі. Навес. Удар и гол. Это кто был? Осипенко забивая гол. Ско по правому флангу. Прострел. Штрафную. Левицкий удар. Який могутный удар Левицкого. Атака солігорцев. Баланович. Знаходит на левом фланге партнера. Навес у центральную пляцовку. Ужодинцев. Козека пробегая. Глеб. Удар. Илья Гаврилов. Глеб. Навес. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Все частей бьется сердце прихильников футбола. Из Солігорська и Жодина. Пробася. Осипенко. Удар. Поперечи на ворот Жодинцев спасая миновито господаро. Навес. Удар Васькова про себе недокладно. Это было, мабуть, апошнее Махчима Жодинцева.